Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу, что делать, если вас взломали в Дискорде. Ну что ж, сначала рассмотрим мою ситуацию, как меня взломали. Вот, и как я восстановил свой аккаунт. Где-то 5-6 месяцев назад я написал анкету на бета-тестировщика Discord. И вот, наконец-то, получил ответ только от какого-то бота. В его сообщении все было написано на английском. Я был в шкиле, ни хрена не понял, прочитал только первое предложение. Вы бета-тестировщик Discord. Вот, увидел две ссылки в самом конце. Первое, это официальный Discord-сервер бета-тестировщиков. Захожу такой, вижу галочка, все подтверждено, значки у пользователей есть. И перехожу по первой ссылке, это был какой-то сайт, вот, как будто официальный, вот, там нужно было ввести свои данные, вот, адрес был типа какой-то айпишник, вот, не Discord там в регистрации он, а какой-то айпишник. Я ввожу свои данные на радостях, вот, и вижу вот такое вот письмо на своей почте. И в итоге я жму такой «Подтвердить», и мне приходит вот такое вот письмо. Я такой думаю, сейчас восстановлю, нажимаю кнопку «Забыли пароль», подтверждаю, что это моя учетная запись на почте, и вижу то, что надо ввести код двухфакторной аукциации, который я как бы в жизни не ставил. Я посмотрел, что это, и вижу то, что это код, который есть в приложении специальном, который меняется раз в 20 секунд. И тут я понял, что надо писать в техподдержку. Как же в нее писать? Чтобы написать техподдержку Дискорда, вам нужно открыть сайт support.discord.com. Для удобства я его вам оставил по ссылке в описании. Тут выбираем русский язык и нажимаем «Отправить запрос». Выбираем тут взломанную учетную запись. Вводим адрес электронной почты, на него вам пришлют письмо, которое мы рассмотрим чуть позже. Тут вводим никнейм и тег, связанные с аккаунтом Discord, который взломали. Если адрес электронной почты, связанный с аккаунтом, был изменен, то есть личность какая-то зашла, изменила адрес электронной почты на свой, например, вы пишете адрес электронной почты, который был у вас. Если он не изменен, достаточно просто написать отсюда адрес электронной почты. Ваш взгляд, как взломали учетную запись, например, я кликнул по ссылке. Был ли адрес электронной почты изменен кем-то другим? Я выбираю «Нет». Аккаунт не был изменен. На него просто поставили двухфакторную аукциацию. Это у меня в случае. Вы можете тут выбрать, конечно же, свое. Вот вы можете войти в аккаунт, я выбираю «Нет». Была ли взломщиком включена двухфакторная аукциация? Я выбираю «Да». И мы дошли до темы и описания. Важно, что тема и описание должны быть написаны на английском. В теме можно написать «Мой аккаунт был взломан», а в описании коротенький такой текст. Сейчас покажу, как он переводится. Важно его скопировать. Он понадобится нам в одном из писем. Прикрепить файлы также можно, вот, но не обязательно. Я, например, не прикреплял. Нажимаете кнопку «Отправить», и почти сразу вы получите письмо от Батаклайда с подсказками. Но самое главное в этом письме — ответить на него ранее копированным текстом. Нажимаете кнопочку «Отправить». Я не буду сейчас писать техподдержки, спасибо. Ну что ж, как вы видите, я даже писал пробелы без текста. Вот, не отвечает техподдержка, даже два раза написал с пробелом, не отвечает. Вот с текстом сразу спустя день мне ответили. Тут было написано, типа, мы приостанавливаем, ну вы готовы, чтобы мы приостановили доступ к вашему аккаунту. Вот тут я написал окей, я согласен. Вот и было написано мне потом то, что все. Двухфакторная аукциация удалена с вашего аккаунта. Вот, и вы можете опять сбросить пароль. После этого письма, кстати, мне сразу пришло
вот это вот письмо на почту. Вот я тут нажал, ну и сбросил пароль. И потом обязательно поставил двухфакторную аукцивацию. Ведь с ней вас будет в 5 раз сложнее взломать. Ну что ж, ребят, пока вы не ушли, я хотел быстренько вам порекомендовать мой сервер в Дискорде. Каждый день ивенты. Ну что ж, ну а на этом моменте мой странный конченый видеоролик подходит к концу. Всем пока и удачи.